Добрый вечер, это канал Максимадзе, и сегодня не должно было быть видео, потому что я был сегодня в колледже, первый день в колледже, мне заочник, просто поэтому сегодня первый день. И, в общем, я должен был там быть сегодня до 9 часов вечера, но нас отпустили пораньше, поэтому у меня сегодня есть время для того, чтобы записать ролик. Это GTA 4, пропащие обреченные, мы продолжаем. Что было в прошлой серии у нас? Билли, нашего президента пропащих, повинтили копы. Благодаря ему самому, конечно же. Еще я обвинил во всем в этом Джонни Клебица, нашего главного героя игры. И также переманил на свою сторону Брайана, одного из членов. Он ушел из банды. Ну, как сказать, ушел на второй лагерь против Джонни Клебица. Пошел. Давайте поедем к Джиму. Он у нас довольно-таки далеко. Ну, в принципе, ничего страшного. В общем, сразу, чтобы вы не задавали вопросов, на кого я там учиться пошел. На товароведа учиться пошел. На заочно. То есть я эту неделю еще одну буду на лекции ходить. В конце зачет сдавать. Надеюсь, что я сдам его. Иначе не допустят дальше к в армию идти. А потом дома учиться и готовиться к экзаменам, которые будут в мае 2021 года. Это, конечно, даже не знаю, где сложнее или легче, в школе или в колледже, не знаю. С одной стороны, пары, теперь они уроки, они в два раза длиннее, чем уроки. Там у нас каждая пара длится 1 час 35 минут. Это много довольно. Ну, в колледже так принято, что поделать тут. Придется привыкать. Слушать довольно-таки скучных преподавателей приходится. Ну, приходится слушать, потому что надо сдавать зачет обязательно. Ой, блин. Я так заговорился, что проморгал. Даже зачет дальше не получится учиться, отчислят сразу. Ездить на автобусе самому, конечно, надо. Хотя пора бы уже в 16 лет-то это делать. Vice. Наверное, отсылка на Vice City тут есть. Ладно, в общем, мы приехали к Джиму. Это Джим же, да? Чё у него за задание тут? Нападение. Я же американец, я люблю американские байки. А, ясно, ты дедуля, староват уже, тебе нужна тачка поспокойней. Старый кусок говна, наверное. Я тебе устрою сейчас старый кусок говна, маленький. А ты кто? Это Джонни, мой собрат. Мальк, здоров, как сам? Мальк нашел нам связного Джи. У нас все в норме, нам не нужны спотбайки. А, ты уверен? Нет, только серьезное железо. Мальк нашел связного, который не имеет отношения никакого к байкам. Да ладно? Это взрывчатка, да? С ее помощью мы остановим ангелов смерти. Надолго, надолго очень. Походу, не удел может оказаться весь долбанный город. Ну что ж ты скажешь, ты в теме? Да, мужик. Но тебе обязательно задавать такие вопросы? Тебе еще и дом престарелых не пора?
Я так и знал, что ты это скажешь. Ладно, развлекайтесь, козлы. Только помните, если вы что-нибудь вляпаетесь, меня вы не знаете. Мальк, уж не знаю, где ты взял это дерьмо, но будет весело. Ладно. Бывай, Мальк. Мальк? Так себе имя. Немножко сложное в произношении, на самом деле. Самодельных бомб? Нет, думаю, тут лучше на мотоцикле ехать, чем на автомобиле. Из автомобиля будет неудобно кидать бомбы. Бомбы у нас есть. Тьфу ты, это же не... А, нету бомбы липучек. Это самодельными бомбами надо кидать. В этом дополнении пропащий обреченный нет бомб липучек. Они только в балладе о Гейтоне есть. Ну и, разумеется, в GTA 5 они есть. Но мы говорим про GTA 4 же. Так, посмотрим. Давайте прям указатель поставим. Да, машинки тут. Транспортные средства имеются в виду. Довольно интересные. О, прям по курсу, блин. Ой, они стреляют. Осторожней надо быть. Блин, а как я их взорву-то? А, отлично. Бомбанули красиво. Оу. Сейчас еще будут бомбить. Не подъезжай близко, а ты сейчас взорвешься нафиг. Дебилы тупые. Мотоциклист, ты же сейчас взорвешься. Так, ладно, поехали отсюда, а то мы тоже взорвемся. Так, ладно. Где у нас следующий фургон? Да, там вообще жуткая авария сейчас будет. С кучей пострадавших людей. Где следующий фургон? Они двигаются, поэтому указатели за ними, к сожалению, не следуют. А, он прям там. Надо спуститься каким-то способом. А, вон он, я вижу. Война уже в печенках сидит. Задолбало уже все это, честно говоря. Нет, 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 осторожней! Ух, я успел уехать. Так, они свалили. Не помню, как в прошлый раз взорвали. Надеюсь, в этот раз будет удачно. Блин, может лучше стрелять по ним, чем пытаться их взорвать. Да блин, не туда ты кинул. Бомбанет сейчас. А, замечательно. Так, и последний вроде бы фургон здесь. Да ладно, что такой разворот прям делать? Вы чё? Короткий путь должен же быть. Навигатор иногда показывает, что попало. На одном колесе, да это опасно. Туда поедем.
блин. Вон он, только... Ой-о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 й! О, ладно, хорошенько встали. Они еще и сзади, на мотоциклах. А, все, они взорвутся сейчас. Джонатан? Да, дело сделано, мужик. Дохляки нам больше не помеха. Ты познакомил меня с своими друзьями? Да, Малик с Джешоном неплохие ребята, хотя они гоняют на спортбайках. Ну серьезно, друг, раз ты наш вожак, почаще задействуй братву. Позвони Терри или Клэю, если какая помощь будет нужна. Им лучше будет. Хоть задницы подрастут, не будут вечно сидеть только на них. Да, я могу воспользоваться их помощью, но сейчас мы пока не будем этим заниматься. Извините, чихнул. Джонни, я говорила с твоим другом Джимом. Он сказал, что ты ищешь работу. Приезжай ко мне, Малик тоже там будет. Лиз. Лизабетта Торрес. В другой раз. Сегодня мы будем задание Джима выполнять. Местные разборки. О, здорово, начальник, господа. Как дела? Какой план у нас? Мы побазарили с этим козлом Брайаном. Он хочет договориться о перемирии. Брайан хочет мира? Что-то мне не верится. Пошел он нафиг, давайте его грохнем. Да, я так и знал, что ты это скажешь. Найди Брайана в порту. Билли, ой, это... Билли и Брайан против нас встали. Брайан теперь тоже собирается клебиться, завалить. Я думаю, мы его быстрее завалим, чем это сделает он. Ладно, я не буду вырезать эту поездку, он довольно недалеко. Может быть, тебе лучше поговорить с Брайаном, я как-то... Не знаю даже. Слушай, мужик, меньше всего я хочу сейчас разговаривать с этим пластиковым засранцем. Плаксиком, точнее. Плаксами. Высматривай его. Мелкого, блин. Встречаете тупняк и тупка! Билли любил тебя, а ты его сдал с потрохами. Билли, козел дурацкий, и плевать ему на братву. Не-не-не. Думаешь, Билли станет за тебя лезть в петлю? Ты еще тупее, чем я думал. Тупее, чем я думал! Тупее, чем я думал! Да, я так и знал, что ты вот это вот скажешь. Я прямо это чувствовал. Ты такой предсказуемый, Джонни. Детский сад. Да, а вот твоя нянька Билли за решетку загремел. Так что баньки-баньки, пора тебе. Убирайся нафиг из города. Не тебе решать это, еврейчик. Ты копыта отбрось. Уройся этих козлов, ребята. Ничего себе, он брату свою собрал. Билли реально тупоголовый козел. И вообще плевать ему на банду. Ой, осторожней, не лезьте под дуло. Что-то, блин, многовато их, я смотрю, ребята. Ой-ой-ой, осторожно. Эх, убивается-то не с первого выстрела. Ой-ой-ой, там бочка, что ли, стояла?
Брайан, козел, а? А ну вставай, дерись. Я он вообще куда-то свалил, Брайан. Не, вот как он говорит. Натуре, блин. О, еще один фургон сюда, и сейчас мы бомб. Сейчас мы, короче, кинем бомбу туда одну. Лучше бы вы бы валили бы нафиг отсюда. Я ж предупреждал, блин. Ладно, некоторые остались живы, я смотрю. Ой. Блин, здоровья не очень много. Продажные гады. Сколько они? Они что, кругами будут ездить постоянно, что? Куда делся Брайан? Его нету здесь. Влезай быстро из укрытия, надо. Ой, еще одна банда гадов. Предатели банды, вот кто они. Надо поэкономнее к оружию относиться, у нас его мало очень. Оно нам еще пригодится потом. Жми, мужик. Этим козлам нельзя дать уйти. Люди Брайана уходят. Убейте их. Так, короче говоря, разбились на два лагеря пропащие. Одни лояльны к Билли, другие лояльны к Джонни. К сожалению, большая часть лояльны к Билли. Хотя на самом-то деле... Билли, тот еще дебил. Ему реально плевать, походу, на банду. Хотя сейчас... Че ему банда? Он в тюрьме. Да, похоже, мы все, что осталось от долдернейской ветви братства. Не количестве, мужик. Вот что у нас осталось. Ты, я, Ангус, Терри и Клей. Тут ты прав, конечно. Как же охота закопать Брайана. Вот предатель скотский. Ничего, он скоро объявится. Да, наверное. Увидимся, братан. Ну и... Мы выполним еще одно задание Джима и хватит на этом. Так, у нас оружия, конечно, мало, не очень много, но хватит. В общем, едем опять к Джиму, он тут не сильно далеко. Уязвимое положение.
Господа, Джонни, ты помнишь Рэя? Да, как дела? Как дела? Но у меня на хвосте сидят федералы. Мой главарь охреневший параноик. Пищевой цепочки прямо надо мной сидит парень, у которого вместо мозга просто реп. Круто, короче, все. Да, мне казалось, что паршиво. Короче, зачем ты здесь? Я слышал, у вас тут внутренние разногласия. От кого ж ты слышишь? От Эшли? Ты дружишь с Эшли? А, все дружат с Эшли, да ты не дергайся. Она, знаешь, прикольная, там все дела. Ну, короче, неважно. Ей нужен друг. Рэй сказал нам, где Брайан. Да ладно, и где же? Откуда он это узнал? Ладно, только яйца не отрывайте мне, пожалуйста. Мы отговорились с Брайаном полчаса назад. Слушайте, я понимаю, к чему вы клоните. Строго говоря, это не мое дело. Если кучка волосатых обезьян хотят его грохнуть, это личное дело. Вы все взрослые люди, по паспорту, по крайней мере. Вот сейчас мне нужно спокойствие. Билли за решеткой, а мне нужно стабильное поступление товара. И в моих интересах сделать так, чтобы вы все это уладили. Завязывайте со всей этой фигней и возвращайтесь к работе. Увидимся. Да-да, до встречи, Рэй. Fuck you. Что думаешь, Джонни? Я думаю, что у меня мурашки по коже от этого типа. Впрочем, и от Брайана тоже. Вот сейчас наша проблема, это он. Брайан, он был мне как брат. Да, так можно про многих сказать. Но мне кажется, теперь уже это все в прошлом. Что дальше? Я собираюсь теперь в гости сходить к Брайану, посмотреть, какими понтами это чмо болотное обросло. Увидимся немножко попозже. Отправляйтесь к Брайану домой. Он далеко живет? Да, далеко. Чик-чик. Домик-то у него так себе. Средненький домик. Дрянь одним словом, а не домик. Брайан надежно держит оборону, к сожалению. Понимаешь, я не хочу в тюрьму, но это полбеды. Это все Джонни, крыса фиговая. Если тебе понадобится помощь, Терри и Клей всегда тебя прикроют. Нет, с этим я должен разобраться сам. Исключительно. Джонни здесь! Мы были тебе братьями, Брайан, а ты... Ой, у меня здоровье-то уже мало совсем. Не плевать, что Джонни из братства. А ну-ка, замочите его. Билли, тут тебе нет. Билли, тебе не подмога здесь. Давай. Почему Клебит живой до сих пор? Вы развалили нашу банду, козлы. Брайан, а ну выходи. Защищайте мелкого. Блин, жалко ей. Я проглядел, как он упал с лестницы, это было бы реально красиво. Я всегда знал, что ты был мразью. Нет, тут не один. Прошу тебя, Джонни, пожалуйста, я буду тише воды, ниже травы. Я смотаюсь. Ты дал обет, Джонни. Ты так не можешь с братом. Я уберусь из города. Джонни, это Билли меня втянул. Я уеду из города. Джонни, пожалуйста, ты же сам этого не хочешь. Пропащий навеки. Только этого я и хочу. Ты ведь не убьешь брата. Меня и след ведь простынет. Ах.
Он, жалкое чмо. Даже убивать как-то расхотелось. Все равно он мертвяк уже внутри себя. Джонни? Джеймс, а я его не смог убить, он свалит из города. Тяжело убивать мужика, когда он хуже бабы. Понимаю тебя. Будем надеяться, что он больше ничего не замышляет. Ну, бывай. Да, можно было убить его, а можно было и пощадить. Я пощадил. Не просто так пощадил. Там будет кое-что дальше интересное. Эту миссию, кстати, можно было пройти и другим способом. Можно было просто прямо отсюда, когда приехали, выстрелить в окно. И Брайан тогда попытается смыться на своем мотоцикле. И там его уже надо было убить. Но этот способ не дает возможности пощадить Брайана. А если угнать его мотоцикл, отогнать его подальше, то он попытается смыться на ногах. Можешь пожить в старой квартире Брайана, он там больше не появится. Всяко лучше, чем скрипучая кровать в клубе. Ну, давайте глянем. Хотя эта квартирка о нем наверняка будет напоминать. Да. Не богатенько живет-то. Точнее, жил раньше в этой квартире. Здесь... Нет, не заперто. Ванна, конечно, грязная. В такой мыться-то противно. О, отражение в зеркале. Мне кажется, оно даже покачественнее, чем GTA 5 немного. Блин, жалко, туда попасть нельзя. Лестница недоделанная. Ну, а здесь... Комната Брайана. Ну, и здесь можно поспать прямо возле печки. Зашибись. Ладно, в общем, на этом все. С вас лайкосы, подписывайтесь с меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и группу ВКонтакте. Всем пока.